бегу, спешу, лечу на закат. Солнце светило вот буквально несколько секунд, так ярко-ярко, ну не секунд, может быть минут, но все-таки, похоже, опускаться она будет в точке облака. И то, что я хотел вам показать, боюсь, не успею. Но попытка, как говорится, не пытка. Последние фрагменты, блин, так ярко светило. Была надежда на чистый горизонт, и вот на тебе. Проворонил я свое счастье, так сказать. Прячется оно все-таки от нас. Так что закат сегодня яркий не получится, но тем не менее, скажу я вам так, что вот ближе к 16 часам солнышко пыталось пробиться, и оно пробивалось, светило, вот видите, даже есть яркие такие непрозрачные облака, как сказать, господи, небо видно. Все, Остапа понесло. Не судьба увидеть нам сегодня яркий закат. Хотя все может измениться, но я, честно говоря, что-то особо уже в это не верю. С другой стороны, по сравнению с тем, что мы видели сегодня в дневных обзорах, в утренних, небо очень даже хорошее. Яркое, красивое. Народ опять потихонечку подтягивается ближе к закату. Полюбоваться этим, не знаю, как назвать правильно. Ну, в общем, полюбоваться. Всем слова забыл. Обратите внимание, здесь так нагребло, что прям практически ступенек уже нет. Прям сразу выходишь и на пляж. Эх, море, море, а точнее... Солнце, солнце, что ж ты спряталась? Море-то нормально. Море на месте, никуда не уходило. Вот за последний денек, я вам скажу, оно нормально так с пляжами поигралось. Пляжи, по которым я сегодня прошел, вот если вы обратили внимание, все дневные обзоры, вот, немножко деформировались. Как-то их так нагребло и конкретно. Не знаю, с чем это связать. Может быть, действительно, то, что почистили реку, как-то это отразилось. И камней стало больше. Вроде бы пляж не уменьшился, как таковой. А камней нагребло, слава богу. В общем, как-то так. Наверное, мне стоит помолчать немножко, дать вам пару секунд послушать море. Те тучки облака, которые рядом с нами, они уходят. Видите, они улетают. Если вот зафиксироваться на месте, то даже так, даже сейчас видно, что они улетают во свояси. Но вот те, за которые ушло солнышко, вряд ли уже сдвинутся. Не судьба. Вообще не судьба. Разве только что лучи солнца немножко поиграют с этими облаками и придадут им другой окрас. Может быть, не исключаю этот факт. Там вон в стороне Туапсе вообще темень. В горах тоже не очень ярко. Такой вот сегодня закатец. В принципе, можно уже его считать состоявшимся. На горизонте есть маленькая-маленькая точка. Красненькая. Возможно, на какие-то доли секунды солнце, если при условии, что оно попадет вот именно в этот просвет, солнце еще даст о себе знать, но я что-то уже сомневаюсь. Всем добрый вечер, всем пока. Сейчас для канала Природа, хотел сказать, сниму коротенький такой вот ролик без моих слов и побегу домой выкладывать дальше. Роликов еще грузить не перегрузить. Всем пока!